Всем привет! Это канал Авто Плюс Видео, и сегодня речь пойдет о Манта GX и необычной конфигурации для Желдор экспедиции. Несколько сидельных тягачей Woman Truck & Bus Rus поставили группе компании Желдор экспедиция, и сами тягачи необычные, и полуприцепы для них тоже. В сумме необычный автопоезд. Некоторые технические подробности. Обозначение тягачей из этой партии Manta GX26400 6.2 на 2 BLS. Главной технической особенностью средняя подъемная ось. На всех тягачах используется кабина XLX со средней высокой крышей. Ширина кабины 2440 мм, длина 2280 мм. Предусмотрен аэродинамический пакет для кабины, включающий в себя спойлер для крыши и боковые обтекатели. Правый обтекатель подвижен. Габаритные нормы длины сидельного автопоезда отличаются в различных странах. В России для сцепок такого типа разрешена длина в 20 метров, и это позволяет эксплуатировать на российских дорогах сидельные автопоезда с более длинными и, соответственно, более вместительными полуприцепами для перевозки легких и объемных грузов. Для соблюдения законодательных ограничений по нагрузке на ось таким автопоездам необходимы трехосные сидельные тягачи. В то же время для перегона пустого полуприцепа достаточно будет двухосного тягача. Совместить все достоинства двух- и трехосных тягачей, соблюдать законодательные нормы позволяют версии сидельных тягачей с колесной формулой 6 на 2 и 2, где одна ось подъемная. Под кабиной установлен двигатель MAN D2066LF41 мощностью 400 лошадиных сил. Коробка передач ZF16S223DD. Заказчик необычных тягачей – группа компаний «Желдор Экспедиция». Очень крупный транспортный оператор на рынке доставки сборных грузов по России, а также экспресс-доставки. Эта же компания – один из крупнейших владельцев частного подвижного парка в России, в составе которого 600 железнодорожных и 1400 автомобильных транспортных средств. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, всем пока!